Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про особенности инсталляции. И сегодня вы узнаете про органы управления и типовую комплектацию. Комплект хорошей инсталляции состоит из рамы с антикоррозийным покрытием, сливного бачка с пенопластовым кожухом и арматурой из латуни, комплект сливной арматуры, крепление для кнопки и шпильки для крепления унитаза. Иногда шпильки для крепления рамы к стене и кнопка продаются отдельно, но лучше всего брать это единым комплектом. И не забудьте про гарантийный талон, который должен быть обязательно в любой хорошей инсталляции. Для качественной инсталляции подойдет любой подвесной унитаз, потому что существует всего два стандарта расположения крепежей на расстоянии 18 и 23 сантиметра. Поэтому выбор унитаза вы можете оставить и на потом, но лучше это делать одновременно с покупкой инсталляции. Отдельное внимание хочется уделить кнопке смыва. Во-первых, она формирует дизайн вашего санузла. А во-вторых, обеспечивает доступ к деталям сливного бачка. Обычно идут двухрежимные кнопки – 3 и 6 литров. Это заводские настройки. При необходимости их можно увеличить до 6 и 9 литров. Бачок это позволяет. Но количество воды можно и уменьшить, особенно если вы используете безободковый унитаз. Здесь будет 2,5, а здесь 4,5 литра. Еще существуют специальные бесконтактные кнопки с чувствительным сенсором. Они работают от наличия отсутствия человека или от движения руки. Преимущество их в том, что они очень гигиеничны. Недостаток – это высокая стоимость и необходимость подводки электричества, либо наличие аккумуляторных батарей. Кнопка – важный элемент, который формирует дизайн и подчеркивает статус вашего санузла. Но на ней можно и сэкономить. А вот на чем не стоит экономить, так это на качественной инсталляции. Потому что в случае возникновения проблем доступ к ней будет ограничен.